Тембелфенджи организатор та амьяхаяди счета лембенегар зертой минфарасада дуэндекага маза арцауга хабартал, садазы феста и растонеца фаифта, нихсанада бунцува варейс аппетведаттал, минфарасада дуэндекага маза дуэнем апрелла горцестоне советун социалистун республика эсконде арастерцет хусар и растоне автану бунобласт, ва имя банасанерцет зарга уэ мейразме тухсид, самай арастерцеот сагат аме хусар и растоне ю республика, аме басавой вараси эсконме, фаладзе хорзайни цироват. До этого была, надо обязательно сказать, огромная борьба, которая, к сожалению, не увенчалась успехом. Идея была создать объединенную Северо- и Юго-Остинскую республику пока в составе Российской Федерации. Были даже, я приведу вам слова Сталина, о преобразовании Юго-Остинской, объединенной Юго-Осетии и Северной Осетии в составе Российской Федерации как республики. То есть даже была идея создать Осетинскую республику на уровне, то есть должно было быть не 15 республик, а 16, если считать вот это предложение Сталина. Простая, потом история прошла не так, как бы нам всем хотелось. Между Микояном и Сталиным был такой разговор, на котором они пришли к выводу, причем включение Объединенной Осетии, Северной и Южной Осетии в составе Российской Федерации. То есть дискуссии шли, и были еще слова Сталина о том, что Южная Осетия и Северная Осетия и могут претендовать на создание республики, союзной республики. Но потом, к сожалению, произошло непредвиденное, они стали опасаться Орджоникидзе. Если мы дадим вот этот повод остинскому национальному образованию достичь уровня союзной республики, то по ней пойдут другие образования также. Панасан гондерцет зарга садазы феста не адамы кайтарзина деферце, абу махцарам сариба республика истин нахи парламента ме конституции, ва Россия Федерацийным банаматта нахад барзинат ама бонестам размет савек пацахад. Транскам фендаджи проекта разда гаглойте рутене кабул гаглойте бэлла бацеттеку та даклад не раздара автономон областы срастек ахцефте федел, цемен ме кот срест ведетте тэхэй. Тимбелфенджи растаджи ма зырдавид не пацахадуна ранте федел дар, бавдестерцет сарма гондкарта, кэсэ арастерцет мин фарасада дуэндикэгэ. Мазе хусар и растуне автономон областы срасте декрете бендурал. У Грузии были другие планы. 1918 год она решает объявить о своей независимости и обратилась с этой просьбой к Германии, то есть поддержать вот ее независимость. Ну, для того, чтобы поддержать независимость, ей надо было указать границу. И вот впервые Грузия уже ясно показывает свои притязания на южную часть Осетии, именно на земли компактного проживания Осетии. Но, естественно, Национальный совет с этим согласиться не мог бы. И первое, что они делают, они стараются политически урегулировать этот вопрос и не допустить эксцессов. Есть такой секретный документ, к сожалению, вот мало кто к нему обращался. Это заседание Крестьянский рабочий союз во главе с Кулумбековым Георгием Росебовичем. И вот те, которые знакомы с советской историографией, с книгами, которые выходили до 80-х, хорошо помнят его роль. Он герой, человек, который поднял мартовское восстание и так далее и тому подобное. Но если вы обратите внимание на заседание, то есть такая фраза, звучит от Плиева Харитона. Это бывший фронтовой офицер, ведь только-только вернулся с Первой мировой войны, прекрасно знаком с военным делом. И вот он его предостерегает. То есть неподготовленное население, безоружное, без возможности отступать, не может поднять какое-либо восстание и завершить его. 21 год, декабря, значит, в заседании комиссии Цхинвале, Кеше, значит, этот граница Оскочакутуй Кевута Кумешава. Пост первый год феста Гелме Костасте на почти письмо Тефесенч, значит, статус на Деттенч, специальный протокол Теджиис, Кост Кененч, значит, Москва Медер, что не Хаст Кененч с Нахоз на
выфаста, значит, бошат такутуй проект декрета об образовании автономной области. Мы уже проект декрета уди на основе, значит, 21 года, что описание уди границы Югасети, хави был ауше основа. Меморандум о границах Югасети, это было, значит, 92 года. Между автофести, границы Южной Осетии были впервые законно оформлены декретом 1022 года в пределах Юго-Осетинской автономной области, преобразованной в 1991 году в республику согласно волеизъявления 72% избирателей. Ермо 92-й озайфестами искуищи изменения решили. Ищи меня, Зарат. Значит, получается, что декрет это юридически преобразованный, но больше стан хавиу. Խուսարի Ռեստոնը Պատասխանատու Ունիվերսիտետը Իրոնև Զաճե կաֆեդրայի դոցենտ Խուսարի Ռեստոնը Զոնադիր Տասան ինստիտուտը Խուսակ Ռեսպուբլիկա Խուսարի Ռեստոնը Պարլամենտը Արթայերսիտ դեպուտատ Զիցոյտը Յուրի Լամբնա գրձերտա Նապատասխանատը Արանտե Ֆադել Կամիս Սորոսը Մանա Հեներ Ոստոթը Լապուկուտ Բոկուտը Նարոզունին Քուրեվարոյ Մանա Հաֆտա Գախատտա Կոմիս Ոտ Մոխտարեֆեջստա Մոխտարես Ռոզուջստա Մանա Հաշորանտա Ez mechadeg sortul enudasa menuse, orta vipiskota mam khajoriz, enudasa menuse, shavui ofta bastulna u mana deakut rovdestoy. Maum ofta iz. Granica между Южной Осетией и Грузией, mana prune donul shudishu, проходит по границе леса. Эр, где там граница? Где там лес вообще? И где там граница этого леса? С этой границы леса может меняться. Ачарденч, нама, канавала машава, канадала машава. Но там есть один важный момент. Граница между Южной Осетией и Грузией. То есть это вам уже не то, что они придумали, что большевики вас назвали Южной Осетией, они вам определили границу, и он стоил на кяденахасте. Зицойте Юрий Бузник захта тембл фенджа организатор тен амия хаядиш четен ахам ахшчакт имейл кей арона факуттой, ам ахам цимедисон доклата кей басатакуттой вайтахай. Отате Алюна Гаситарсин, эрсойте зари мацхорбате, вира информацион равагдабун.